для меня опыт, и получилось очень хорошо, на мой взгляд. Единственное, что теперь еще ритм вот тут. Я хочу сделать Ctrl-R-чик вот тут. Нет. Тут не тут, а вот тут. Так, а как мне его сделать? Если я сейчас возьму вот эту точку, и точку, вот эту точку я уведу сюда вниз. И от этой точки я скажу Shift Ctrl B. Вот так. И сказать, что здесь два будет. Так, хорошо. И поверху. Толстовато. Должны уменьшить S. И сказать ей SZ0. Чтобы выправить все эти точки. Не выправилось. SZ0. Все. Теперь точно. Еще раз. SZ0. Готово. И говорим Е. Поднимаем вот так. Это шея. Видите, что я низ отрезал, потому что я испугался, что опять будут у меня проблемы. И сейчас нам надо так порезать, чтобы выделилась нога, чтобы можно было ноги делать. Сейчас, секунду. Вот это вот все. И вот подвинь теперь наверх. Пока все идет красиво и хорошо. Единственное, что не знаю, что делать, или брюки. Давайте посмотрим у этого. У референтов. Сейчас вот верно все. Единственное, что вот эта вот майка, она должна вот сюда идти. Да, конечно, слишком длинная получается это. Так что мы отрежем еще и вот это, ребята. Мы отрежем еще и вот этот. Вот в этом моя проблема. Я всегда с трудом это режу. Мне все время кажется, что мало, слишком мало остается, что она коротышка будет. Хотя она и есть коротышка, понимаете? Все. Удалить фейсы. Вот. Теперь мы поработаем немножко здесь. Давайте смотреть. Во-первых, G. Это вот подтянем сюда. Так, это подтянем по Y. Это тоже по Y. Так. Здесь, может быть, тоже немножко уменьшить. Вот это уменьшить. Таким образом у нас должно быть более-менее перемене.
их не собрать. Где-то вот так. Так, что тут у нас? Тут все в порядке. Я тут перестарался, сдается мне. Надо просто в этом месте уменьшить. Здесь пойдут брюки, да? Здесь ноги. Можно немножечко все-таки, я думаю. Точки. Кажется, не надо. Мне кажется, надо потянуть немножко. Есть все-таки. Вот так. И чуть сжать. Значит, баба Бабарик какая-то получится у нас. Так, чудно. Теперь нам надо ноги рисовать. Ноги рисовать. Ну, естественно, вот сейчас мы возьмем вот этот и вот этот, скажем F и закрыли. Но нам этого мало. Почему? Вы уже знаете почему. Потому что здесь ноги не сделаешь. Мы не берем эти. Так, двигаем маленько сюда. Этот сюда. Начнем с того, что К будем резать, будем бить, все равно тебе галить. Не хочет. Вы понимаете почему, да? Потому что это потому что это N-гон, это не полигон. Посему мы сейчас сделаем так. Выберем эту штуку. И скажем Mirror, да, мы согласны. Так, после этого у нас будет следующее. Итмод. Вот цвет у нас будет следующий. Берем сюда и начинаем их соединять. Это с это можем сказать йод. Вот. Йод соединился хорошо. То же самое можем здесь сделать. Йод. И здесь. Йод. Теперь подумать, как сделать ноги. Мне, по идее, кажется, что вот здесь нам надо сделать Ctrl-R. Так, и здесь Ctrl-R. После этого мы можем с вами взять вот этот, наверное, сказать Shift губы. Да, вот вам и ноги. Единственное, что
этот они слишком далеко ушли. Мы сейчас S соберем вместе. Так, этот наоборот сюда чуть-чуть и этот сюда. После этого у нас очень хорошо получится ноги, которые мы потом оденем в брюки. Е. Так, не большеваты ли ноги? Я думаю, что теперь мы можем опять поделить безболезненно. Так, где у нас голова? Уберем голову. Это не голова. Так, где у нас голова? Она у нас под этой веки называется. Бывает. Так, делаем прозрачно. Берем B, вырезаем вот это вот и говорим вертикли, самое надежное. И в одном месте я смотрю, тут точка какая-то не нужна. Так, у меня такое ощущение, что она не совсем там стоит, где нужно. Ну-ка, сейчас мы ее выберем, ребята, и узнаем. Это не хотелось бы. Так, по оси X есть у него какие-то проблемки. 0. Вот так. По оси Y мне все равно. По оси Z тоже практически не влияет. Так, мы теперь берем эту штуку, говорим Mirror. И вот здесь она, конечно, совпадает хорошо, тем более клиппинг, скажем, берем прозрачность и видим, что тут все в порядке. Так, идем обед и говорим, что нам вот эти ноги, они слишком большие. Все, я думаю, потом мы же, конечно, уже сделаем брюки, но сначала надо ноги. А вдруг придется потом, ребята, делать какую-то другую одежду, она вместо ног брюки, да? Так, Е. О. Вот это. Так, потом это колено здесь должно быть. Потом еще раз Е. По зету. Доведем до конца. Вот так. Чуть-чуть соберем вместе. Так, тут разрежем. Ctrl-R до сюда. И теперь возьмем этот полигон. Полигоны теперь нам нужны. Раз, два, три, четыре. Попробуем тоже сказать Е. О, Y. Вот так, не более. Дальше ребра. Вот это ребро, вот это ребро, вот это ребро, вот это ребро. Опа, нет. Вот это ребро, а это нет. Придавливаем вниз Е. Ну, тоже ни к чему здесь. Применил Е. Будь здоров, получи, фашист. Граната. G надо было. G по Z. Вот так. G по Z. И теперь нам нужно тоже пальцы здесь. Как это лучше сделать, я даже не скажу. Надо пробовать. Надо пробовать. Я бы такой, чтобы я выровнял их вообще-то по одной линии. О, а тут дырки. Ну да, правильно все.
Если я скажу 7, 9, мы получим это. Так, G по... Это у нас Y, да? И вот эти теперь две. Это тоже будет G по Y. В итоге мы получим то, что нам нужно. Смотрим спереди. Видим, что почти все хорошо. Но еще надо постараться. Это с этим подвести сюда. И это с этим. S по X. Стоп. Это вот и это. S по X. Сюда. Это вот и это. S по X. Вот. Тогда у нас все получается правильно. Почти что. S, Z, 0. То же самое. S, Z, 0. Есть. Что нам еще надо? Что нам мешает еще? Вот это немножко раздвинуть. S. И вот эти два. Мешает нам лишь одно. Нам надо здесь сделать еще один Ctrl-R. Вот так. Вот. И тут тоже закроем сейчас. F. Пускай будет F. Никому он не помешает же здесь. В крайнем случае можем это все поделить. Давайте это сделаем, а то кто ее знает. Этот йод. Наверное, по-английски это будет G. Но я привык немецкое. Нет. Так, теперь здесь. Здесь. Тоже будет йод. После этого у нас образуется хорошая топология здесь. Можем спокойно быть, когда сделаем побольше полигонов. Никаких углов, заломов не должно быть. Вот так, видите. Хоть там два треугольничка получилось, ну и хрен с ним. Можем сделать, конечно, так, чтобы не было треугольников, да? Это не треугольники, S. Вот так. И вот эти два тоже S и Y. Видите, кругом получились четырехугольники. Так. Ну и последнее. Сколько времени? 15 минут успеем. Берем с вами. Это говорим цирком. Дальше берем опять. Это говорим цирком. Опля. Секунду. Делаем поменьше. Ну, я смотрю, что 4 не должно получиться, что ли? Не может быть. Ну да. Как бы старается поделить это все. Ну, посмотрим сейчас. Если мы скажем, тут тоже цирк. И вот тут тоже цирк.
Тут так получилось, да? Хотя надо R. Один получился, остальные почему-то нет. А если я сделаю три, тогда будет три пальца. Это не есть хорошо. Назад. Попробуем старый дедовский способ сейчас. Удалим среднюю. Вот это вот надо удалить. Она не нужна теперь. В этом случае она не нужна. Или dissolve. И тогда мы делаем, как нас учили. Сейчас попробуем. Так, E, I. Вот так. И сказать теперь циркл. Нет, не работает. А не надо. Углубиться. Я думаю, что надо все-таки Е сказать. Е или не сказать. А, ну да. Сейчас. Ребята, еще раз. Ctrl-R-чик сюда запихать. Нет, не сюда. Сюда. Ctrl-R. Так вот. И теперь попробовать этот вариант. Секунду. То есть я беру вот это, говорю и. Да, и говорю циркл. Получился. Теперь вот этот, говорю и. Циркл. Получился. Вот видите, как все оказывается там. Работает. Так вот. Говорю. Циркл. И это с этой. Говорю и. Уменьшаю чуть поле. И говорю, что это циркль. Так. Ну, после этого, ребята, я уже спокойненько могу это сказать Е. И выдвинуть. Сказать Е и выдвинуть чуть-чуть больше. Так, сказать. Итак. Это. Говорим Е. Двигаем чуть-чуть вот сюда. Чтобы набрать большой палец. Так, и подвинуть чуть-чуть. Далее мы каждый из них сделаем Ctrl-B. Просто небольшой Ctrl-B. Тут. А, опять начинается. Давайте. Вот этот сейчас уберем. Этот. Тут у нас, кстати, как-то получился большой. Вот этот маленький, а это большой. Так, убираем. Слов. Так. Ну, это пусть. Теперь сделаем следующее. Чуть поменьше. Вот так. Ctrl-B. Ctrl-B. Это чисто на всякий случай. Ctrl-B,
Не исчезли пальчики, они короткие. Ctrl-B. Чтобы это действительно не произошло, здесь Ctrl-R сюда подведем. Еще раз. Ctrl-R. Где-то вот так. Так, поднимем повыше чуть-чуть. И чтобы нога лучше гнулась, мы говорим Ctrl-B. Нет. Ctrl-R тогда. И здесь контрол. Так, смотрим. Если мы сделаем брюки вот отсюда. Можем это сделать. Так, ну-ка, здесь контрол R. Нет, здесь не пойдет контрол. Значит, с этим надо будет как-то разобраться. Возможно, вот отсюда сделать и. Ну, тоже не идет. Ладно, что-нибудь сейчас придумаем. Пока ничего делать не будем. Выставим все, посмотрим. Потом решим. Я говорю, что здесь кажется все нормально, а у меня всегда какие-то проблемки. Может, придется сдвинуть их в одно место поближе, так друг к другу, да? Хорошо. Это в следующую очередь. Есть.